Итак, красавчики, всем привет. Продолжаем погоню за Плеа. Лафонт. Кидаем контракт. Поед. Гамис. Поехали. Бучковиц. Дехеа, Виналдум, Кинг, Бачуай и Салах. Хороший составчик. Если мы хотим дать определение отличного, покажем, что сможем. Победа 2-1. Неплохо справились. Атака разрезная. Не игры. Здесь Пайет забивает. Наконец-то. Есть удар, бей. Это старое футбольное правило, еще не было. Бамс. Здесь футболист попал в створ и не прогадал. Дальнюю. 1-0. Красавчик Пайет. Важно сделать навес. Димитрий принял, ударил. Гол, Пайет отличился. Мощно. Ворвался в штрафную и пробил. Нет гола, офсайд. И подача на дальнюю штангу. Скидывает он мяч. Но все-таки 73-я минута. Нкунку подарили они возможность для гола, и вот он забивает. О, смотри, как в самом углу ловит. Да, отлично. Гризман. Красавчинский пас. Пят. Дает. Отлично в прессинге сыграл. Запрессинговали. И разыграли. Задание выполнили. Оборона справится с таким давлением. Подарили они возможность для гола. И вот он. Удачненько. Здесь Бачуай. Может он забить здесь? Бьет. Нифига себе, он там прострелил. Отлично он использовал свой момент. Очень грамотно и под таким углом, ближнюю. Еще надо... штангу задел. Круто. Лафонт. Нифига себе там расстрел. Ножницами бьет, вратарь тащит. Перекладиной, ножницами. Прямо в то место, где вратарь. Круто. Повезло, что не забил. Смотрим задание. 3 из 4 здесь выполнили. Берем наборчик. Дико. Физуха нормально. Но 84 на всякий случай подкинем всем. Ё-моё. Иконы. Нападающий без сыгранности.
то есть не на месте. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Сегодня смотрим трансляцию со стадиона Карна. Заканчивается матч. 3-2 проигрываем. Градель. Навесик. Непонятный отскок. Все ясно. Здесь. А здесь добивания пустые. А здесь Гризман забивает мега крутой гол. Красота. Через себя. Такой удар, чтобы еще получился. Крутейший гол века. Да, и наверняка этот мяч войдет в топ лучших голов сезона. На данный момент я просто не припоминаю. Отвечает этому сопернику красавчинским голом. Антуан Гризман. Наслаждаемся моментом. Ну, кто готов повторить? Ну, уж точно не мы с тобой, Георгий. Завис в воздухе. Сделал ножницы, да, Георгий, иначе нас ждет с тобой и в дальнюю подрезал. Скромничаешь, Константин. Противоход, да, вратарю. Георгий, иначе нас ждет с тобой институт травматологии. Круто. Ради таких голов стоит играть. Но они редко тут бывают такие. Теперь вопрос о победителе в этом матче. Мартин Террьер. И ничья в самой концовке матча. Ну что, у кого хватит сил что-то изменить еще? Забивает гол. Конечно, неожиданно. И сейчас что угодно может, наверное, произойти. Ничьечка как раз была. Рубен Агилар. Можно забивать здесь. И есть гол. Вот это развязка. Распасовочка. И теперь вопрос о победителе в этом матче снова открыт. И тут внешний. Под штаночку подрезает. Но на 90 минуте здесь интересный пас прошел. Ни игры не было, центральный задержался. Тонкий пас, неожиданный, пропустили. Обидное поражение. Ничего, идем дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Леготка. Джезус, Решфорд. Андерсон. Шакири. Серьезно. Если мы хотим дать определение, отлично услышать, то в игру свою команду. Классный момент, и у нас снова ничья. Очень бодрый матч. Забили гол. Эндика. Отметился. Ну, пожалуйста, ответ ударом на удар, да при том еще и незамедлительно. Да, очень быстро обменялись любезностями команды. Счет снова равный. Но игра вылетела. Игра была интересная. Сравняли там на ничейку 1-1. Но какие-то лаги были. Варди. Иньеста. Бернард. Сенчери Линкфилд в прямом эфире. Адама Трауре там еще. Первый гол в этой встрече. Гризман забивает. И чувак выходит. Очередной соперник. Бабардел. Кавани. Ди Мария.
Если мы хотим дать определение отличные условия для футбола, то вот, пожалуйста. 1-2. Выигрываем. Ди Мария тут красиво приложился. Штангу. Удар, штанга и гол. Не берущийся. Круто. Но Гризман отвечает. Тащит команду. Изо всех сил. Забили те, забили эти. Два гола за несколько минут. Счет снова равный, но Гомис. Ассист. Снова. Протолкнул тут. Можно забивать здесь. И отпасовал. На Гризмана. Классный момент, и у нас снова ничья. Очень бодрый матч, мы с вами смотрим. Камбэчим ячейку. И Сансон. Морган. На последних минутах. На 90 плюс. Ну что, похоже, в этой игре все-таки будет победитель. Забивает. Неожиданно там нафинтил. Красавчик. Сансон. Качнул. Убрал того, оттащил. Соперник уже может не хватить времени на ответ. Но посмотрим, игра продолжается. И в уголок. Крутой матч. Но с Бундеслиги никто не забил. Он с мячом опро... Гомис тут не забил. Матип там тащил. Так, за сквад батлс я сделал. Задание осталось вот это. Забить Лигу 1 и Бундеслигу. Надежда на Нкунку. Или Аруселена буду во втором тайме ставить нападение. Или есть такой Бибо Векхорст на заменках. Перишич. Байотилс. Эштон Клатчер. Шотландцы. Шотландская лига, наверное. Бронза. Наверное, скипчик. Или может какое-то задание делает. Но не захотел играть. Попадается такой соперник, Сон, Салах, Варди на ЦП, Терштеген на воротах, Мане слева, полная жесть. Мы снова на футболе, отличные условия сегодня для проведения матча, до начала которого совсем финальный. Ноль два. Проигрываем. Момент гола. Отдает он передачу. Опасно как. Вроде мяч направо, а он левый как молотил. Жесть. Здесь штанга отскок. Как обычно. Обороняешься. Такие отскоки. Момент по центру. Неудачная игра. Идем дальше.
Бенедетто. Поменяем. Поэта. На Леа Селики. Вернем серебряного парника. Соперничек Дивинита Ти Сане Решфорд Дембеле Де Йонг Фабиньо Вейналдум Лапорт Санчес. Так, грозно. Составчик оформлен. Так, проигрываем 4-3. Смотрим гол. Первый гол на 5-й минуте. Гамис выводит вперед. Мячу уже просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. Распасовочка получилась. 1-0 сейчас. Есть шанс. Вот эта передача от Гризмана пошла. Отправляет он мяч в сетку. Отлично. Гризман вырвался вперед. И уже в самом начале матча дает пас. Вывести команду вперед. Раскатали вратаря. Гамис на пустые забивает. Но потом Дембеле. Отскок на перекладину. И здесь халявный гол. Решфорд. Непонятное действие Лафонта приводит к голу. А здесь Сансон продолжает забивать через матч. Матч. Гризман дает пасик на ход. Сансон. Пас в направлении Гризмана. Классный пас, можно двигаться дальше. Забивает. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Вырываем ячейку на 2-2. Дальше. Решфорд. Хорошо, атака развивается. Можно выходить вперед. Здесь опять разрезной пас. Вообще там нежданчик. А здесь Иван Перишич. Когда уже никто не ожидал. Выходит на заменку. Удается команде. Стоит все в атаке. Конец встречи. Дожали все-таки соперника. Раскадочка тоже сработала. Вышел 1-1. Тут заменка. Отличный пас на Перешича. Смотрим, как он использует штана и добивание. У нас все-таки ничья. Когда уже никто не ожидал. Да, вырвали 3-3. Но Сане, Лерой. Хорошая возможность, чтобы укрыть. Здесь Гризман что-то какие-то непонятные действия сделал. Иногда это называют чудом. Мог бы как-то перехватить мяч, а он там закружился, потерялся. Дожали все-таки соперника. Да, интриг... Лерой тут наказывает 4-3. Матчи. Идем дальше в следующей серии.